Мої вітання усім глядачам 9 каналу. В ефірі актуальне інтерв'ю. Для мешканців Дніпропетровщини не є таємницею, що лікарня Мечникова – госпітальна база для найтяжчих пацієнтів з коронавірусною хворобою. Із початку карантину і до сьогодні тут рятують життя пацієнтам із COVID-19. Лікують навіть вагітних. Про все це запитаємо у головного лікаря обласної лікарні імені Мечникова Сергія Риженка. Сергій Анатолійович, я вас вітаю у нашій студії. Доброго здоров'я. Майже 2 місяці минуло з нашої крайньої зустрічі у цій студії. Тоді все лише починалося. Безумовно, великий етап і є чим, скажімо так, і зрадіти від певних результатів, але є і втрати. Коронавірус, на жаль, забирає життя українців. Але перед цим маю запитати про саме головне. Дивіться, лікарня Мечникова та 9 канал вже багато років є партнерами і навіть друзями. Тому саме друзі, мабуть, мають спитати про те, про що вже багато балакають у кулуарах. Але неофіційно і офіційно або підтвердити, або спростувати не можна. Місцеві вибори восени. Отже, Сергій Риженко планує балотуватися на посаду голови міста Дніпра. Я получил такое предложение, еще моего окончательного решения нет, однако, судя из прессы, из заявлений, которые делают сегодня в Фейсбуке, некоторые сайты, я понимаю, что я уже стал главным персонажем этой гонки. Очень жаль, что она начинается так грязно, и некоторые товарищи распространяют фейки, называют нас вымогателями. Я понимаю, что дальше пойдет еще хуже, потом насильники, потом еще врачи-убийцы. И этих тем будет очень много. Я вас, Артур, попрошу запомнить меня таким, как я есть. Я считаю, что мы всегда были честны и порядочны по отношению ко всем, кто получал у нас помощь и делали все возможное во имя жизни и здоровья человека. А все остальное – это суета. И тем не менее, дата, когда вы скажете «да» или «нет» для самого себя, вы внутренне уже определились? Я думаю, что это будет скоро. Если еще вчера я думал, что больше нет, чем «да», так сегодня я уже думаю совершенно по-другому. Такое ощущение, что меня вызывают на какой-то бой, делают публичный вызов, и обязательно мне придется ответить. Мы никогда не прятались в кусты, никогда не скрывались за чужими спинами. Мы всегда говорили прямо и честно то, что мы будем делать. И я обязательно приглашу и вас, и всех журналистов, когда решение будет принято. Вас называют человеком спокойствия. То есть независимо от ситуации, когда она критична, вы стараетесь успокоить и себя, и ваших подчиненных, ну и в первую очередь, естественно, пациентов. Если повертатися до розмови с COVID-19, за ці 2 місяці, коли Мечникова стала осередком боротьби, що змінилось? Очень важный период, который мы прошли вместе с властью. Это испытание, которое прошли наши доктора, и мы видели самое страшные проявления этого заболевания, когда больные не могли дышать, находились на аппаратах искусственной вентиляции легких, когда беременные женщины теряли своих долгожданных детей еще в утробе. Это все это гораздо страшнее, чем можешь когда-то представить. Кажется, что такое вирус? Обыкновенный грипп, которые имеют тяжелые последствия. Но то, что наши врачи прошли в реанимационных отделениях, говорит о том, что ко всем вызовам надо относиться с подготовкой. И вот здесь я считаю, что мы сделали все возможное, чтобы эти люди обязательно выжили, чтобы они получили шанс. И вместе с властью сделали все возможное, чтобы они могли пройти лечение и здоровыми вернуться домой. Таких больше уже 10. Другие находятся на лечении, выздоравливают. Хотя у нас есть один случай, который
закончился, к сожалению, смертью больного. Это человек, который прошел все. У него было раньше и два инфаркта, и инсульт, и тяжелейший диабет. И привезли к нам на аппарате искусственной вентиляции легких. И мы в реанимации уже сняли этот аппарат и уже хотели переводить, но третий инфаркт укоротил его жизнь. Бывают такие моменты, когда горесть на душе от того, что сделано, и от того, что врачи, к сожалению, не могут предусмотреть. Бывают случаи, когда есть элемент расстройства из-за того, что человеческая жизнь не спасена. Все другие пациенты выздоравливают. Есть и мамочка, которая родила благополучно ребенка, которая находилась на лечении в нашем родильном отделении. Есть вторая мамочка, которая ждет ребеночка, у нее тяжелый порог сердца, и наши врачи ей помогают, делает все возможное, чтобы она родила здорового ребенка. Ряд и других больных, которым мы помогаем, которые находятся в наших пульмонологических отделениях, и мы верим, что у них все будет хорошо. Но все это только благодаря совместной работе власти и медиков. В любом другом случае мы бы чувствовали провальные отношения, которые бы заканчивались печально. Пропоную повернутися саме до народження хлопчика. Наприкінці квітня. Ну, я розумію, що громадськість була здивована, але ж і медики, які багато чого бачать. Є коронавірус, народжується здорова дитина. Що перше почули в душі, коли отримали таку інформацію? Це завжди здорове народження дітей, це завжди момент одухотворення, тому що це нове покоління, нова жива єдиниця, яка стане человеком в нашем обществе. И мы всегда очень трепетно относимся к этим моментам, которые являются в нашей больнице частыми, потому что у нас, как правило, рожают женщины и с тяжелыми патологиями. Это и сахарный диабет, это и пороки всевозможные, и болезни почек, и недостаточности. И сейчас ковид, и вся больница восприняла это рождение как звезду, как радость, которая дает возможность в самых-самых сложных условиях рожать новых украинцев, детей, которые будут следующим поколением. Правоохоронці, надзвичайники і медики безумовно перебувають на передовій із боротьбою COVID-19. Не можу не спитати. Сумна статистика, на жаль, по Україні сумна. Хтось каже, кожен п'ятий. А цифр не відчуваєш. Але я розумію, що на теренах Дніпропетровщини приблизно 200, а може на сьогодні вже і більше кількість медиків, які захворіли саме під час боротьби з пандемією. Як на теренах обласної лікарні імені Мечникова, чи є захворілі медики і як з цим боретися? Дуже трудно знаходитися під дощем і залишатися сухим. И здесь ситуация не исключительная. И мы оказываем помощь тысячам людей. И вот последний случай, который у нас сегодня очень обсуждается в больнице, когда наш доктор, очень опытный, оказывал помощь женщине, которая поступила с инсультом геморрагическим, делал интубацию, ставил на аппарат искусственной вентиляции легких. И спустя несколько часов мы узнали, что эта женщина инфицирована COVID-19. В настоящее время доктор в изоляции, ждет ответа ПЦР. Пока это единичный случай, но мы понимаем, что вирус – это гораздо страшнее в некоторых случаях, чем даже пуля или там осколок. Бронежилетом не скроешься, каску не оденешь. Вирус 5 микрон проникает и в первую очередь попадает как мишенью по легким и болеют все окружающие. Здесь очень важно понимать и очень важно ценить труд врача, который каждый день идет как в бездну. Он не понимает, что будет завтра с ним, что будет с его семьей. Он жертвует. И очень хочется, чтобы и уважение к врачу, и народ понимал, ответственность лежит на врача, который оказывает эту помощь.
Ну, якщо ви вже сказали про заробітні платні, уряд свого часу анонсував, що кожен медик, який буде боротися з пандемією, отримає 300% заробітної платні. Дуже здорово. Ви знаєте, мені в цьому плані приємніше всього, що наша власть обласна виконала цей норматив гораздо раніше. Ми виплатили всім 3 оклади. І ще наші меценати, наші бізнесмени приїхали спеціально в лікарню Мечникова, і кожному, незалежно, врач, там, медсестра, санітарочка, тот, хто йшов до больним із заболіванням COVID-19, всі, від ліфтера до врача реанімаційного відділення, отримали по 5 тисяч гривень. Я всім дуже благодарен за таку допомогу, тому що дійсно ці люди вже 2 місяці не видят своей семьи. Они с отделения лечебного переходят в другое отделение, где проводят остаток времени. И снова идут на работу. Этих людей надо поощрять. Що ми зараз маємо в Україні? Перший, другий етап виходу з карантину, або то ще каже, це адаптивний варіант. Не можу не спитати вас як фахівця, як саме потрібно виходити, аби не сталося так, що статистика знову стане шокуючою? Саме головне – завжди думати, як себе захистити. Люди боліють в більшості випадків від того, що думають, що їх вірус, болезнь не візьме. И здесь получаются маленькие провалы. Обязательно выходить из карантина просто необходимо. Люди должны работать, должны заниматься делом, должны гулять на свежем воздухе, заниматься спортом. Но очень важно, чтобы они обязательно защищали себя. Маска, перчатки – это обязательный режим, который надо пройти. Вирус ослабевает, проходит время. Если нет передачи, вирус слабеет, и количество заболеваний будет гораздо меньше. Я очень всех прошу, независимо от того, как вы себя чувствуете, обязательно одевайте средства защиты, как я, перчатки и маску. И выход будет с карантина обязательно хороший. Один із ваших останніх виступів наробив багато галасу, скажімо так, навіть викликав певний резонанс. Ви запропонували певну програму подолання наслідків карантину. Що це таке? Да. Ми заметили, що в лікарню Мечникова во время карантину почало поступати гораздо більше людей, чим раніше. Ми ведемо статистику, почти на 120% більше поступают люди с инсультами и гипертоническими кризами. Этот фактор не может не удивлять, потому что, как правило, это городские жители, те, которые находились дома, как правило, те люди, которые старше 50 лет, они не занимались спортом, находились в четырех стенах, и, как правило, кушали, а некоторые еще и выпивали. И вот здесь получается самое большое горе. Подъем давления, гипертонический криз, в некоторых инсульт, в некоторых даже геморроидический инсульт. И я выступил с этой мини-программой в департаменте нашем охраны здоровья и предложил программу, которая позволит сегодня людей, которые страдают гипертонической болезнью или у кого она только в начинающей стадии, обязательно своевременно оздоровить. И вот эти симптомы посткоронавирусной инфекции, карантинов снять, чтобы наш народ был здоров. А для этого надо немного. Обязательное обследование, обязательно деньги на эту программу, которые позволят подкупить самые элементарные лекарства для снижения давления. Ну и пройти, конечно же, и обследование. И окулиста, который на глазном дне сразу увидит первую начинающую проблему гипертонической болезни, заканчивая кардиологом и неврологом. Вот эта программа, если будет принята сессия, это будет еще одна победа больницы Мечникова, в первую очередь, которая предназначена для людей пожилого возраста. Как сподіваєтесь, підтримают ваши коллеги, областные депутаты? Я думаю, что все, кто понимает, насколько это важно, все те, у кого не сдают нервы, обязательно поддержат, потому что именно в этот период много людей заболели
именно повышенным давлением из-за того, что у них был, присутствовал страх. Стан стрессу постиг. Конечно. Так? Того, что они сидели дома, они не были заняты работой. И самое главное, то, что они не могли все это время себя правильно реализовывать. Они не ходили на спорт, они не ходили на прогулки. Вели замкнутый образ жизни, который им не свойственный. И очень важно сегодня открыть карантин правильно, с выдерживанием всех правил гигиены, не подвергать заболеванию других, но обязательно людей обеспечить работой. Работой. І якщо вже симптоми з'явилися, необхідним ліченням. Кажуть так, що медики знають значно більше, ніж кажуть під час інтерв'ю, але не можу не спитати. На ваш погляд, вся ця історія з COVID-19 не може стати там COVID-20, COVID-21, і ми постійно будемо знаходитися в стані стресу? Ну, найближчі 2-3 роки, скажімо так. Всі вірусні захворювання і всі епідемії, вони починаються і проходять. Главная задача всех людей сделать все возможное, чтобы эти карантинные мероприятия, защитные мероприятия, которые предлагаются, прошли своевременно, чтобы вирус не имел возможности передаваться друг от друга. Мы должны воздержаться от некоторых утех, которые мы называем там встречи, скажем, на стадионе, там, в публичных местах, в театрах, которые позволяют заболеть многим людям. И я считаю, что если мы этот период пройдем достойно, у нас не будет случаев большого инфицирования, мы победим эту эпидемию, ровно так же, как и SARS, и как все эти гриппы, которые были перед этим. Ничего в этом страшного нет. Человечество переживает определенные периоды. Мы знаем, что и 100 лет назад была испанка, которая унесла много жизней. И карантинные мероприятия, к сожалению, не проводились. Сейчас мы немножко стали умнее, потому что видим историю. І дуже хотілося б, щоб люди з розумінням до цього віднеслися. Я пам'ятаю, на початку боротьби з пандемією у вас була така акція «Підвези лікаря», так? Як, що кажуть підлеглі? Чи відгукуються водії Дніпропетровщини на цю пропозицію? Так, да, ви знаєте, дуже багато, після цієї акції, багато фірм нам предложили свій транспорт. Ми розуміли, що велике кількість людей задействованы в работе в Мечниково, начиная от приемного отделения, заканчивая операционными. И выделили даже специально транспорт. У нас специальные организации подвозили наших людей на работу. Я очень всем благодарен, всем людям, которые проявили уважение к врачу и дали возможность ему добраться на работу и спасать тех, кто попал в беду. Очень здорово. И очень большую поддержку мы чувствуем и сегодня. Буквально сегодня были звонки, спрашивали, а дальше вам понадобится? Ну, говорю, пока у нас есть заверение, что транспорт будет ходить. И мы думаем, что мы откажемся пока от этих предложений, но если будет необходимость, обязательно попросим. Сергей Анатольевич, наша сегодняшняя розмова мені більше нагадує гру в шахи. Ну, ніхто не виграв, ніхто не програв, партія триває. Три крапки ставлю. Чому? Тому що дуже хотів би, аби саме в студії 9 каналу, ви після того, як зробите для себе внутрішній вибір, і вас би почула Дніпропетровщина. Обов'язково, я вам це обіцяю. Я це говорю всім тим, хто сьогодні старається щось оригінальне написати. Берегіть нерви, це вам поможе. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Тримайтеся. Ну а глядачам 9 каналу нагадаю, що в ефірі була програма «Актуальне інтерв'ю». Мій сьогоднішній гість – керівник обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко. Відповідав на зручні і не дуже запитання від журналістів 9 каналу. Пильнуйте себе і хай вам щастить!